Привет всем! Вы на канале Beer Game, а мы продолжаем. Таша. Это по-немецки она опять. Они опять спорят, обсуждают. В общем, мы продолжаем проходить игру Корабль Призрак Черные паруса на немецком. Да. Ну вот, да, решили доходить. И мы все-таки увидим, да, что будет в этой серии. В общем, мы только что поболтали за Анну, поболтали с товарищем Алексеюшкой. Да, что-то там ему по-немецки объяснили. Блин, он уже здесь, смотри, переместился. Да, они уже, кстати, оба переместились. Телепортарщик. Она его наверх, на свою, да, горбу вот перетащила, так как мешок. Да. Это, я так полагаю, вот эта верхняя каюта, так, да, да, вот это. Ага. Где мы смотри, там смотри, делали, что ты там так, делаешь. Да. Так, значит. Так, мы что там? Ты делаешь, крутишь первый, опускаешь груз, правильно? Да. Угу. Мы его опустим. Опустим. И теперь так должны пойти туда. О, что-то она спинку помяла, ты видел? Короче, у нас корабль, походу, вообще загорелся. Давайте посмотрим, что там вообще. Ох ты, ох как ты, бздец. Ох ты. Ну, надо туда можно пройти, только да, туда, только туда, да. Теперь нам нужно что-то с этим грузом, что ли, сделать, да? Сейчас посмотрим, что с ним можно сделать. У нас есть того. У нас есть крюк. Да. У нас есть крюк. Так. Ну попробуй крюком. Что это было? Так. Я, походу, или зацепила, или подцепила что-то. Короче, что-то эта тетка сделала. Оно непонятно что. Так, что там такое? Хочешь посмотреть, что там есть? Угу, да. Ладно, посмотрела, что-то посмотрела, как мышка хвостиком поковыляла и пошла. Да, такая ходит спокойно. Ух, там ты, пожар. Блин, как бздец, уже полный кораблю. Как они там прошли мимо, надо им там уже выпрыгивать, сматываться. Товарищ Лекс. А, вон он там стоит, спрятался за нами. Теперь что мы будем делать? Двигаем, да? Так, теперь мы... Не знаю, зачем мы ее поднимаем обратно. Туда-сюда. Поездила она, это нормально. Так, давай. Что там дальше делать? Пойдем еще внизу посмотрим, что там. А, мы же это. Попробовать в комнату зайти. Мы помните, в прошлой серии с вами какого-то чувака сожгли? Печки. Дедусю лысого, последние, да, волосы, ага, на заднице сожгли. Вот, да, товарищ Крюк. Он должен, что у нас? Что ты хочешь, его зацепить опять? Да. То есть, зачем нам Крюк? Он, по-видимому, что-то с ним надо делать. Амулет какой-то, Крюк, пистолет, письмена, бутылочки, лупчик. Мы ищем капитана Крюка, чтобы отдать ему Крюк. Так, обратно? Да. Обратно. Слушай, походу, надо опять опустить, что ли? Да, походу надо. Ну, сейчас опускаем. Да. Чтобы опустить, нужно опять, да, вот. Да. А как мы еще крюк зацепим? Пойдем обратно. В общем, здесь... больше-то у нас действий никаких нет, только то в есть, вот этот крюк, да, не будем, не будем же мы туда медальон, да, цеплять. Конечно, конечно. Медальон, он разорвется сразу же. Ну давай, куда она ходит? Вот, блин, направь, да, туда. Цепи, да. Ну, подцепи. Я отцепила эти ящики, и теперь. Ни хрена, а крюк теперь все равно на месте стоит. Да, он висит. Да что за фуфлятина? Он остался висеть там. Так, и теперь мы, значит, отцепили. У нас теперь что имеется? Имеется у нас неприцепленные ящики, да, вот эти? Да. Их никак, что-то не, она не хочет этот долбанный крюк зацеплять. Чик-чик-чик-чик. Все равно крюк на месте. Товарищ Крюк. Теперь отцепила, да, вроде бы. Да, мы отцепили кран этот, может быть. Слушай. Тяжело так делать, конечно, когда хватит, не знаешь. Да, хватит болтать. Может быть, попробовать без этих ящиков поднять вот эту вот фигню. Блин, вот фиг эту... его знаю. Как там его называется? Цепь, что ли? Цепь, да. Сейчас попробуем поднять и куда-нибудь ее отвести и что-нибудь ею подцепить. О, что это такое? Да? Так, поднимаем, поднимаем, смотри, как это поднимаем, да.
А, вон там у нас шлюпка, да, стоит. Смотри. А, ни хрена, ящики не поднялись, быть. Смотри. Да, ящики не поднялись, мы же их отцепили. Блин. Теперь нам, я так полагаю, надо шлюпку, да, наверное, все-таки передвинуть. Все-таки нужно крюк, что-то с крюком. А, было. Так мы выйти да даже не можем отсюда. Блин, ребятки, разбивайте вы стекла и бегите отсюда, пока пожар. Они там все переживают, что... На этом корабле никого нет, это уже и так понятно. Потому что здесь вообще ни единой живой души нет. Какие-то пару ветерков было, правильно? Ой, она сейчас горит, сгорит, смотри. Ну, сгорит, ну что делать? Отойди ты оттуда, я может это погореть. Никогда не подцепить. О, все. Вообще вот нормально, фигня, да? Стоит в огне. Ни крови, ничего, подкраснело. Ну, вот она. Чего? Угу. Чего ты говоришь? Кран. Кран нужно отпустить. Какой-то кран, да. Да ё-моё, что тут делать-то? Диза? Диза, я не знаю, там что там бочка с порохом горит, она стоит рядом, нормально. Угу. Да, так как бы все в адеквате. Короче, вот этот крюк нужно подцепить. А он что-то не подцепляется. А куда его еще запихнуть, этот долбанный крюк? В себя, что ли, подпихнуть? В себя подвесить на него? Неужели опять эту цепочку надо идти опускать? А больше никак, ну больше никак. Что же делать-то, блин? Давай, иди. Нет, тут логично, да, что с крюком-то больше нехрен делать. Что-то с ним надо сделать. Угу. Лекс, помоги, скажи. О чем они говорят, мы, к сожалению, не знаем. Так, давай тогда куда тебе? О, теперь мы опускаем цепь. Ага, так, поехала она вниз. Нет, корабль как-то медленно горит, вообще, по идее, он но уже он до них должен весь добраться, горит, наверное, да? Когда мы оттуда свалим, блин. Угу. Если вообще свалим. Да. Может, теперь вниз. Мы по сюжету что-то должны сделать, а они уже потом сами разберут. Сумасшедшая игра, короче говоря. Угу. То так, то так. И что такое? Блин. Вышло, что ли? Да. Опять к Лексу пойдем? Угу. А что у него надо? Подзырнуть, что ли? Что-то такое? Лекс, что не скажешь, упырь? Не-а, ничего он нам не скажет. Я так просто прогулялась. Разминку сделала. Да, она уже наразминалась. Лекс как мешок с дровами несет. Так, я даже не представляю, что там можно сделать. Вот. Опять отцепила. А, подцепила. Да. Отцепила. Кран делюс. Ну, цепляйся, упыть. Может, сюда? Я даже не знаю. Попробуй. О! О! Зацепила. Наконец-то, да. Теперь у нас всё, есть... Все, зацепила. Теперь там... у нас есть цепь с крюком. Я так полагаю, надо будет сейчас нам вылавливать... Пока этот крюк... Вылавливать вот шлюпку. Утомительно это все с этими крюками, ё-моё. Выловим. А какую? Оу. Так, все, действие пошло. Смотри. Mm-hmm. Все, мы уже не вниз, уже не спустимся. Значит, у нас остаются действия. Все, только... труба, короче, да, горим только заживо. Наверху. Вода. У нас есть еще немножко запасов воды. Что-то они про какую-то Фиону говорят. Короче, говорят, крысиный яд. А, я знаю, если что, мы примем с тобой крысиного яда и умрем прямо здесь. Все понятно, там был яд. А что, они уже, они охвачены пламенем. Если что, крысиный яд или таблеточка цианида. Всегда держите ее с собой. И Кевин в голове там сидит. Короче, такая вот фигня, да. Сейчас мы что будем делать? Что ты там, смотришь пистолетик? Будем двигать эти штуки, штурвалы или как их там называют? Кран-кет. Да ладно тебе, давай двигай, хватит там уже болтать. Выбили ну, хватит, бы стекло, да. И все нормально бы вылезли. Так, кран, мы сейчас, наверное, ты сейчас будешь передвигать кран. Так, передвигать, значит, кран. Я говорю, наверное, нам все-таки надо шлюпку эту отодвинуть для того, чтобы открыть дверь, правильно? А-а-а. Она же загородила нам дверь, проход. Да, ну вот, пробуй. Наверх отодвинули теперь. Теперь следующий. Так, теперь давай вот это попробуем второй, подвинуть. Второй, да. По порядку пойдем. Угу. Ой, надо подмазать, все трещит. Так, вот, все правильно, она едет к шлюпке. Угу. К
как шлюпка будет по-немецки. Шлюпок, шлепок. Das шлюпок. Шлепок, короче. Так, ох ты, ох. Ой, ты, не туда, не туда, что ли? Поехала, да. Ой, вот ошиблись, туда. Мы какой-то не туда. Какой-то корабль прям грузовой, да, вообще какие-то у него. Короче, там пододвинули, ты пододвинула так. Не туда. Надо в другую сторону, да? Хрен пойди, разбери эти крутилки здесь. Ой, не так, что ли? Так, и это я не так сделала, к сожалению. Надо теперь все обратно. Поменяем, да. Нафиг ли здесь 4? Правильно сразу не раскрутишь, надо попробовать. Надо просто понять, как они там двигаются. Так, это вот сюда двигается, правильно? Да, теперь... Так, это сюда двигается. Потом, значит, теперь... куда у нас? Вот какая, это... третья, да? Или... Так. Сейчас, тут надо настроить ее, эту вот тетку. Вот эту. Давай, двигай. Да, вот. Это сюда двигается, все правильно. Теперь нам надо ее опустить и в ту сторону повернуть. Так, ну какая у нас там теперь? Есть, зацепила. Молодец! А, это, смотри. Ой, ребята, вы что? О, а вот и батраки команда. На Волге, что ли? Чувачки, вы что там? Дедульки все одинаковые, близнецы и трупы. Ой, этот Лекс даже встал посмотреть. Угу. Живой, однако. Так, ну что, шлюпку-то отодвинули. Давайте сваливать уже. Нет, походу, пока их разговор не прекратится, мы ничего не сможем сделать. Они говорят, это Фиона, что ли, всех там поубивала? Да. Поджарила. О, точно, Фиона. Ага. Короче, у нас опять ругань, они ругаются, будущее муж с женой. Угу. Поганен, типа она сказала поганен, все погано, короче, едок, мы примем едку и подохнем здесь. Теперь они рассказывают. Да. Все как было на самом деле, да? Как скорее, все было, да. Как там, наше предположение, что Фиона, это вот Анна как раз-таки, да, она, скорее всего, переименовалась. Угу. Ну, это просто догадки, да. Корабль. А Лекс, это тот самый мальчик, который за стеной с ней разговаривал, я так полагаю, это она там была какой-то наследницей этого корабля. Мэри Селеста. Да. Вот она вспоминает какой-то... Детство свое. Да, детство. Трупики лежали с детства, да, здесь они уже бедные высохли. Суперубийцей была на корабле, девочка-убийца. Любила дедусь поджарить. Всегда на кораблях-призраках есть какие-то девочки, которые всех убивают. Угу. Даже на Sony PlayStation 1 есть игра, по-моему, Echo Knight называется. Вот. Не знаю, будет у нас, не будет она на канале, но игра прикольная, тоже там девочка-призрак, вот как бы. О, чувачка уже прет от боли, он уже глаза закатывает. Да, в общем, какой-то вариант сейчас выберем. Ну, фиг ли, да, варианты надо выбирать. А, это, видимо, наш третий выбираем. Что будем делать, да. Третий? Ну, давай, какой выбрать. Любой, вот так по порядку. Какой получится у нас сейчас? Третий, да. Ну, в общем, да. Какой-то мы выбрали вариант концовки, я так полагаю. Блин, да, вот теперь они бздеть будут. Вот это у них диалог, да. Вот завязался. Дольфушка уже крючит от боли, он уже глаза закатывает. Какой следующий? О, еще смотри, еще у нас есть что сказать ему. Один. Фиона. Блин, жаль, что ничего не понятно. Но, как мы говорили, русская... Каюта пассажиров, да. Что-то доктор, что-то такое они говорят. Машина какая-то. Неужели это они встретились спустя столько лет? Есть такие слова, которые мы все-таки можем понять, знаете? Да, дас кабинет, дас да. Поганенько, фиговенько, крысиный яд. Дас? Она говорит, дас? Эту? Ага. Так, все, она задумала. Короче, он все рассказывает, всю поднакотную свою. Два. Короче, они вспоминают, как они были детьми, как они убивали детей, да, жарили их, поджаривали, там, да. В печке дали, они да, были доктора. Они были малолетними киллерами, и мы их и не... Теперь... Да.
искусство убивать, мы увидели их лодки. Трупы были в лодке. И теперь этот корабль принадлежит им. Да. Да, я так полагаю. Мама. Ну-ка, что там? Ну-ка, что здесь? Кто Ну-ка, там? Ну-ка, Шерлок, покажи. А, ну вот мама и папа, Мамо. Да? Мама, папа, да. У нас же фотография, помнишь, была в рамочке? Это, наверное, они и есть, да? Это они есть. Фиона, это ты? Ich bin Fiona. Я есть Фиона. Да. Духаст Фиона, духаст теперь... Рамштайн. Теперь я Анна. Да, она говорит, теперь я Анна. В общем... Анна, быстрее, здесь все взорвется. Давай думай своей тыквой. Нам нужно убираться отсюда. Анна, быстрее, я не хочу подыхать. Я еще молодой, мне еще столько надо предстоит сделать. Столько бутылок выпить. Я не могу отсюда уйти. Я хочу здесь умереть. Я убийца. Я убила много своих чувачков. Деда поджарила. Мы не можем, мы должны остаться здесь. Лекс. Что надо тебе, Анна? Вот издалека смотришь, он как настоящий, да, человек? Mm-hmm. Вот прям вот. Че у нее глаза закатились? Он уже... Ас, ус, ис. Так, опять ответ выбирать. Выбирать, да. Идти, мути. Короче, он заставляет ее убираться. Она, короче, как говорится, включила Рамсы и не хочет уходить. Она хочет все выяснить, сколько они убили людей. Я уже не могу, давай быстрее, ты задолбала меня. У меня все текет из всех дыр. Кровь хлещет. Так опять ответ выбирай, даем. Четвертый. Анна, корабль. Все, короче, горите уже. Анна, корабль горит, я уже не могу. Все, я уже не могу. И также я все-таки долбанный упырь. Я понимаю, что я упырь. У меня текет во всех вещах. Я не могу уже все. Сам ты дурак. Я не могу это слушать. Я убийца. Помогите мне. Я дура долбанная. Я всех поубивала. Опять ответ. Да ё-моё. Ну хоть встретились, да, в будущем хоть. Ну что ты мне можешь сказать? Я уже не могу. Ты достала меня. Я хочу выбраться. У меня все болит. Нога чешется. В общем. Нет. Да, мы досматриваем концовку. Нет, еще досматриваем. Еще досматриваем. Досматриваем. Штат, дас город. Смотри, все горит. Я так полагаю, что это уже сама концовка игры, да, уже. Наверное, мы сейчас. Фиг его знает, сейчас посмотрим, что дальше будет. Наверное, у них слишком уже долгий такой диалог идет. Охреневший долгий. Да. В общем, что можно сказать про игру? Пусть они пока болтают. Опять ответ. Выбирай ответы хоть. Да, вот пятый. Сейчас вот этот выберу. В общем, игра скучная, если честно. Игра скучная. Хоррор, ну там выбежал. Да, там было написано с элементами. Клоп выбежал, показал заднюю часть. Там было написано игра с элементами хоррора, но здесь вообще никакого хоррора нет. Не знаю, в чем здесь. Там что-то она все пугала. Ха-ха-ха. Да, сначала игра пошла русская, там, потом да. Немецкая долбаная упыриха. Да, потом у нас русская уже не запускалась. Да. В итоге немецкую пришлось доходить. Вообще все как-то не продумано. Не знаю, немецкие разработчики, в следующий раз, надеемся, вы будете более предусмотрительны. Ведь также должны сделать хорошую игру, да, так что... И хорошенько ее перевести на русский обязательно, да. Не только с субтитрами, но все, и голосом. Фикус. Да, корабль, в общем, потонул, они уплыли. Все, все живы стали, все нормально. Все живы остались. Все, все живы. Два упыря остались, все живы, да. Остальных они у детков убили. Да. Ну что, фикус или общем, что? Я так полагаю, да, наверное, конец игры. Ну, сейчас посмотрим, да. Все, походу финики. Да. Игра скучная. Вот, скучноватая, фаршмачная, да, игра. Ну, это квест самый наискучнейший, по-моему. Короче, мы ее прошли. Вот. Ну, это наше мнение, конечно же. Это, может быть, вам такая игра понравится, да. Кто знает. Ну все, здесь мы и будем заканчивать нашу последнюю серию. Все, концовка. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Пока. Пока.